Добрый день, уважаемые зрители канала Центр Магнитол. К вашему вниманию, сегодня хотелось бы представить автомобиль, весьма очень популярный. Это автомобиль Санта-Фе, начиная с 2012 года выпуска они у нас пошли. В данном случае у нас модель устройства, скажем так, наша любимая рабочая лошадка 232 магнитолка. Встает она сюда отлично, вообще без каких-либо нареканий. В данном случае у нас богатая комплектация. Здесь кнопки на руле функционируют. Есть камера заднего вида штатная. Также здесь функционирует. Суть в чем? То есть у нас была магнитола, которая часто на этих моделях ломается, которая была с крутилочками здесь. У них ломается процессор. В данном случае мы снимаем ту магнитолу, ставим вот эту вместо ручек. Здесь у нас кармашек небольшой, в который можно что-нибудь положить. Вот, и полноценное устройство. Работает со штатным усилителем, видит все функции автомобиля практически. Я имею в виду камеру, климат-контроль. То есть он вот выводится у нас сюда. Все регулировочки у нас, соответственно, вот они есть. Температура раздельного климата. Тут там регулируется. Вот. В целом такое вот устройство интересное, достаточно хорошо работает. Всем спасибо за внимание. Хорошего дня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки либо дизлайки, если вам понравилось, не понравилось видео. Всего хорошего, до свидания.